Урбан. Программа о городских проектах. Сегодня среда, и это программа «Урбан». Здесь в студии Дарья Топузлеева и Светлана Занько. Всем добрый день. Добрый день. У нас интересная очень сегодня тема. Мы спустя два с лишним года к ней возвращаемся. Звучит она следующим образом. Городское парковочное пространство Кирова. Что есть и что будет? Напоминаем правила нашей программы «Урбан». Мы говорим о возможностях, мы изучаем опыт других регионов и других стран. И примеряем его на город Киров, обсуждаем новые тенденции с экспертами. Не просто так обсуждаем, конечно, мы стараемся все это приложить на наш опыт. И я должна поделиться сегодня прекрасной совершенно новостью. В рамках проекта «Киров меняется», который при поддержке городской администрации реализует инициативы граждан и бизнеса. Сегодня вот я увидела, Дмитрий Александрович Курдюмов выложил новость о том, что дендропарк, а у нас есть проект «Дендропарк», Дендропарк «Новая жизнь». Дендропарк получит 7 миллионов рублей на благоустройство. И там будут такие лыжные трассы, беговые дорожки, освещение. Мы двигались к этому 3 года. И такое мощное движение пошло в конце прошлого года, когда встречались в декабре месяце наш сити-менеджер Илья Шульгин, губернатор Кировской области Игорь Васильев, представитель администрации бизнеса в дендропарке, компания «Железно», которая двигала этот проект, спасибо им, присоединилась компания «Лукойл», пошли средства бизнеса, и вот цифра, которую сегодня назвали, а это официальная цифра, мы уже новости выложили на нашем сайте, они сегодня будут звучать, она увеличилась 2,5 раза. Мы рассчитывали на 1-2 миллиона, а сейчас их будет 7, и эта новость прекрасная, на мой взгляд, и я думаю, что заслуга наших слушателей, нашей радиостанции, наших партнеров здесь, конечно, безусловно, есть, и мы благодарим власти города Кирова, которые повернулись не просто лицом к проектам вот такого рода, они их поставили во главе угла, поддержали их, поняли, что они имеют ценность для города, и вот мы видим результаты. Это не просто бла-бла-бла, да? Вот, это результат, с чем я нас и поздравляю. Поэтому вот мы сейчас будем говорить о парковках, пригласили сюда в студию экспертов, и с нашими экспертами прежде всего обозначим, к чему мы все это говорим, после того, как их представим. Представляем. Альберт Гутнов, директор дирекции дорожного хозяйства городской администрации. Альберт Валентинович, добрый день. Добрый день. А с премьерой вы у нас первый раз. Очень приятно, что вы пришли. Спасибо. Павел Шахалеев, учредитель группы компании «Новый дом». Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области. Поздравляю с избранием в новый созыв. Андрей. Вас также. Учредитель группы компании «Система Глобус». Здесь у нас в студии. И почему добрый мы... день. Да, почему мы берем парковки сегодня? Потому что город поставил свои задачи создать новую транспортную систему города, и она невозможна, конечно, без учета парковочных пространств. Правильно я говорю, Альберт? Ну, нужно прежде всего определиться, что мы хотим понимать под парковочным пространством. Ведь прежде всего, наверное, людям надо понимать, разделить правила парковки, остановки автомобиля на улично-дорожной сети и правила хранения автомобиля. То есть одно перетекает в другое. Поэтому если мы определим для себя понятие, прежде всего, чем мы оперируем, тогда мы будем понимать, что мы обсуждаем. То есть если говорить об улично-дорожной сети, то сегодня надо где-то научить, где-то предложить, где-то создать правила, по которым люди будут парковать свой транспорт. А второе, то, что сегодня, наверное, все жители города испытывают дефицит, это дефицит хранения автомобилей. Ведь сегодня складывается ситуация, что все жители города хранят свои автомобили практически, наверное, 90% на уличной дорожной сети, создавая вольно-невольно именно препятствия, в том числе и по проезду, по общественному транспорту, по, в том числе и уборке города, особенно зимней уборке города. Поэтому это комплексные, ну, комплексное понятие, комплексное решение, и к нему подходить надо, ну, скажем так, изучив всю проблематику, и я думаю, что нет точного решения. То есть это комплекс мер, направленный на решение одного или другого сегмента. 2 года назад, как я уже сказала, здесь же в программе «Урбан» мы брали тему платной парковки. Тогда городская администрация разрабатывала систему, и у нас до сих пор даже остались вот данные по платным парковкам. Потом эта тема ушла абсолютно, ей никто не занимался практически. Вплоть до того, что я попыталась выйти на сайт «Паркинг.РФ», но у них истек срок доменного имени, поэтому да, не работает. Да, но мы сейчас
мы вырезали звук из той программы двухлетней давности. Мы тогда подключали Казанский паркинг, потому что после Москвы, наверное, на втором месте этот идет город по тому, насколько им удалось реорганизовать дорожную сеть, в том числе парковки. И вот здесь как раз вот подтверждение слов Альберта Гуднова о том, что необходимо изменить отношения, в первую очередь, как это делала Казань. Вот сейчас мы послушаем, напомним себе. Работает с апреля 2015 года. Платный режим работы с 7 утра до 9 вечера. В воскресенье и праздничные дни бесплатно. Всего 1315 машин и мест на 22 зонах в центре города. До конца текущего года планируется расширение до 4000 машин и мест. Обслуживанием всей парковочной инфраструктуры занимается муниципальное казенное учреждение, организатор городского парковочного пространства. Казань встала перед проблемой транспортного коллапса всерьез в 2010 году. Рецепт решения достаточно простой. Ограничение использования личного и стимулирование использования общественного транспорта. Был применен комплексный подход, в том числе сформировано два внутригородских транспортных кольца, отменены левые повороты на основных магистралях, построены развязки и разворотные петли. Часть улиц стала односторонними. Введены полосы для движения общественного транспорта. Какое-то влияние на нормализацию дорожного движения эти дорогостоящие мероприятия, конечно, оказали, но в итоге возможности модернизации дорожной сети были исчерпаны. Дорожное строительство никогда не будет успевать за уровнем автомобилизации. В рамках комплексной схемы организации дорожного движения города была разработана транспортная модель. В том числе определены участки уличной дорожной сети, на которых возможно размещение платных муниципальных парковок. Необходимо было определиться с тарифом. Могу лишь сказать, что парковки эффективно работают в случае, если их загрузка не превышает 85%. С учетом имеющейся информации по тарифам многоуровневых паркингов и применяя коэффициент эластичности спроса, а также имея в виду затраты на внедрение и содержание парковочного пространства, нами был утвержден тариф 50 рублей. Что же в итоге получил город? Снижение трафика в центр, увеличение скорости движение на 5-7%. И главное, всегда имеются свободные парковочные места. Хотелось бы отметить, что цена за парковку не может быть предметом обсуждения. Она заведомо должна быть некомфортной. Иначе пропадает сам смысл введения платных парковок. Это ограничительная мера с целью уменьшения трафика, а не способ пополнения бюджета. Дмитрий Фомин, это был генеральный директор вот этого муниципального казенного учреждения, паркинг. Единое городское парковочное пространство. И ты знаешь, я вчера, когда переслушивала, вырезала вот этот звук, вот его последняя цитата о том, что цена не должна быть удобной, потому что это ограничительная мера, а не способ пополнения бюджета, у меня прям такая перестройка произошла в голове, потому что я тоже это воспринимала изначально как «ага». Ну, то есть людям все равно где-то нужно парковаться, давайте наделаем этих платных парковок, и вроде бы все припаркованы, и в то же самое время деньги в бюджет идут. А тут, оказывается, нет. Философия-то немножко другая. Да, наша сегодняшняя тема разбита на несколько частей. Мы будем говорить и о дворовых парковках, и о междворовых пространствах, и о парковках или там остановках, да, на уличной дорожной сети. Но вот раз уж мы заговорили про платные парковки, давайте выслушаем мнение наших экспертов, как вы к ним относитесь и стоит ли нам разгружать город Киров? Действительно ли мы тоже достигли уже грани транспортного коллапса? Олег, пожалуйста, ваше мнение. Андрей, простите, Андрей Олегович. Ну, наверное, в первую очередь следует отметить, что Киров и Казань сравнивать пока преждевременно. Все-таки Казань — это крупный туристический центр, огромное количество различных памятников, стадионов, спортивных объектов, и большинство из них находится в центральной части города. В Кирове пока, к сожалению, нет. Поэтому, наверное, потенциал Кирова с точки зрения парковочного пространства пока еще выше. Мне кажется, за счет внутренних... Свободного, то есть неорганизованного парковочного. Да, безусловно. Мне кажется, за счет внутренних ресурсов частично эту проблему можно все-таки решить. Что касаемо платных парковок, ну, во-первых, это полное изменение менталитета. Мне кажется, жители Кирова пока к этому не совсем готовы, чтобы это было так вот императивно навязано, и большинство мест центральной части города, там, на каких-то основных проспектах, все-таки, чтобы оно было платным. А как можно вообще к этому подготовить? Ну, наверное, просто еще вот эта точка кипения не подошла, раз. Во-вторых, все-таки бюджет города Казань, бюджет города Кирова, они разные. Уровень доходов населения тоже отличается. В каких-то местах, безусловно, можно этот опыт пробовать, но глобальную какую-то вот такую историю, чтобы быстро, много и везде, наверное, город еще не готов. Павел Шахалиев.
Ну, мое мнение, это вообще вопрос комплексный. Как вот специалист из Казани сказал, что это не только решение вопроса через парковочное пространство, это комплексное развитие. И дорожные сети должны появляться у нас, велосипедные какие-то, да, дорожки должны появляться, выделенные полосы. То есть основная задача — это все-таки комплексно развивать дорожно-транспортную систему, то есть включая как бы все подходы, которые у нас, допустим, сейчас основаны на том, что у нас город небольшой, и люди, соответственно, с окраины могут в центр на машине доехать там, ну, условно, там, за 15 минут, потратив достаточно небольшой как бы лимит там по бензину. Это для них как бы в принципе удобно. Мы должны все-таки двигаться в сторону того, чтобы заставлять людей за счет развития общественного транспорта все-таки его более высокого качественного уровня, это чтобы в пользу выбор человек делал в пользу общественного транспорта. То есть в городе оставлять, да, свои машины дома? Ну, в принципе, я думаю, что в большинстве случаев, которые у нас, ну, на нашей территории наблюдаются, это люди все равно едут с работы и на работу. То есть, в принципе, я думаю, что это достаточно легко в провинциальном городе, такой как наш, эту проблему начинать решать и как-то стимулировать. То есть, в любом случае, это вопрос комплексный. Нельзя здесь говорить только о парковочных местах, платных парковках. Это комплексное развитие дорожной сети, я считаю. 211-101, номер телефона прямого эфира. В программе «Урбан» мы с вами, слушатели, общаемся напрямую, поэтому высказывайте, пожалуйста, свои мнения, вступайте с нами в дискуссию. После короткого перерыва мы продолжим программу. «Урбан» – программа о городских проектах. Ну и мы продолжаем разговор. Напоминаем, что мы обсуждаем городское парковочное пространство, что есть, что будет и чего мы хотим, собственно говоря. Да, и у нас есть опрос на ВКонтакте. Давай даже сейчас мы его с вами озвучим. Как он у нас задан? Долго мы вчера над ним генерировали, но в итоге решили сойтись на том, что, ну, не секрет, что большинство городов, развитых современных городов, перешли к системе, где приоритеты располагаются следующим образом. То есть на первом месте пешеходы, на втором велосипеды, общественный транспорт, и только потом движущиеся и стоящие автомобили. И, собственно, мы решили спросить у кировчана, для кого же сейчас предназначен Киров, и варианты ответов: для пешеходов, для общественного транспорта, для едущего личного транспорта, для припаркованного личного транспорта или для велосипедов. Пока лидируют два ответа: для едущего личного транспорта, ну и, соответственно, для припаркованного личного транспорта. Но потом, чуть позже, я зачитаю еще комментарии, где люди, сами того, возможно, не осознавая, дают ответы на этот вопрос своими комментариями, для кого же у нас все-таки этот город предназначен. То есть вот считают слушатели, что для личного транспорта, ну, наш, конечно, город, наш, конечно, город предоставлен. Сейчас мы пытаемся стараемся связаться с Сергеем Торховым, главой теруправления Ленинского района, потому что нас интересует вот какой вопрос. Раз уж мы говорим о парковках, Ленинский район самый большой, и мы до сих пор можем наблюдать парковки, так бы я сказала, из 90-х. Есть у нас связь, да? Есть у нас связь. Сергей, добрый день. Алло. Добрый день. Добрый день, Сергей. Вот мы как раз заговорили о парковочных пространствах, которые существуют сейчас. Согласно нашему опросу ВКонтакте, люди говорят, что пока что город в приоритете своем предназначен для движущегося и стоящего личного транспорта. То есть ни общественный транспорт, ни пешеходы, ни велосипеды не являются приоритетом. И надо сказать, что вот мы с Дарьей специально прошлись, посмотрели на парковки в Ленинском районе. Те, которые, вы знаете, еще из 90-х, обнесены они рабицей, грунтовая такая. Суровые, дешевые. Суровая, дешевая кабинка с охранником. Там вот находятся. Они до сих пор существуют, не так ли? Да, в Ленинском районе сегодня 8 таких парковок у нас на карандаше. 8 таких парковок. Плохо слышно. Если можно, вот передвиньтесь, куда-нибудь переместитесь. Попытаемся наладить получше связь. 8 парковок – это немало. Это все на каких землях располагаются эти парковки? Конечно же, это муниципальные земли. В основном парковки у нас находятся вдоль улицы Комсомольской и на Московской. Улица Комсомольская и на Московской. Муниципальные земли. А насколько эти парковки заполнены и дают ли они деньги в бюджет? Деньги в бюджет они платят арендную плату за фактическое занятие земельных участков. Я посчитал, мы с вами договаривались, я посмотрел. Порядка 1,5 миллионов в год они платят плату.
полтора миллиона в год платят вот эти 8 парковок. А смотрели ли вы, насколько они заполняемы, насколько вот действительно они востребованы? Они начинают уменьшаться количество посетителей у них со временем. Раньше, где-то еще года 3-4 назад, они были заполнены. Но в последнее время с увеличением количества видеокамер, шлагбаумов на дворовых территориях, их заполняемость уменьшается. И хозяева вот этих парковок говорят, что в принципе они сегодня больших доходов не получают, где-то работают в ноль, но просто жалко пока расстаться с этим. А какие? Мы пока не настаиваем. Не настаиваем в том смысле, что видим, что они хотя бы наполовину, на 30% заполнены. Но, наверное, когда-то придется с ними расставаться. А как вы считаете, Сергей, на сколько лет мы отпускаете? Вы говорите, пока не настаиваем, пока это значит, что все-таки будут какие-то изменения. Какие изменения грядут, на ваш взгляд? По мере, конечно, уменьшение востребованности, во-первых. Во-вторых, если они работают в ноль, соответственно, они плохо их содержат, собственно, сами парковки и прилегающую территорию, поэтому они уже не украшают наш город, поэтому придется им оставаться. А вот судьба парковок на улице Комсомольской. Комсомольская находится в таком процессе перманентного ремонта и требуется расширение и ливневка. Вот в связи с этими процессами, какая судьба ждет парковки, которые там располагаются? Они находятся на резервных участках, которые предназначены под строительство большой широкой дороги по улице Комсомольской. И пока сроки строительства не назначены, они пока стоят. Но как только они будут назначены, будут разорваны договоры? Да, конечно, это предусмотрено договор. А договоры на год заключаются или на более длительный срок? Они заключены еще в те давние времена, когда, ну, с тех пор уже несколько изменений в Земельном кодексе произошло. В общем, на неопределенный срок они. На неопределенный Мы срок? В течение 3 месяцев можем расторгнуть договор и ликвидировать эти сроки. Ну и общий такой вопрос, что касается Ленинского района. Жалуются ли жители на недостаток парковочных средств, парковочных мест? Чего просят? Парковки во дворах, парковочные места вдоль улиц? О чем говорят жители? Жители в основном обеспокоены стоянками рядом со своими подъездами, квартирами. Поэтому в основном вопросы идут об обустройстве шлагбаумов. Мы их просим в каждом дворе. Кстати, и сотрудники УВД об этом говорят постоянно. Об оснащении видеонаблюдением дворовых территорий. Ну, в общем, вот такие вопросы. Безопасность и стоянка около своего жилья. Вот что волнует. Ну, конечно. Спасибо большое за комментарии. Сергей Торхов, глава теруправления Ленинского района города Кирова. Ну, я на самом деле вот именно на этой парковке была, которая на Комсомольской. Ну, я вам скажу, там цены более чем демократичные. Вот для легковых машин, например, 100 рублей в сутки, 1700 рублей в месяц. Ну, вот так чисто по внешнему виду, мне кажется, она на 2/3 примерно заполнена. То есть не сказать, что у них там какой-то вот недотрафик. Да, у меня сейчас вопрос Альберту Гуднову. Вы знаете про эти парковки? Не считаете ли вы, что это вообще пережиток? 30% заполняемости? Что касается парковок, именно их можно отнести к придомовым, то, в принципе, здесь надо рассматривать вопрос не плоскостных парковок, а создания, наверное, каких-то парковочных сооружений. Вот. И, в принципе, я вот хотел отвлечься, я сейчас открыл, посмотрел проект, то есть мы смотрели казанский опыт, да, можно проще, ну, можно посмотреть опыт Москвы, то есть это все вообще доступно. Проект «Московское парковочное пространство» признан справиться с проблемой хаотичного паркования на улицах Москвы и создать возможность для комфортного передвижения пешеходов, средств общественного транспорта и автомобилей. То есть, в принципе, основные задачи, с которыми Москва вышла при создании этого проекта, она успешно решает. Почему я это говорю? Что проект «Московского пространства», вообще проект парковочного пространства, не только Москвы, он призван решить проблему, которая сегодня в Кирове, она, наверное, остро существует.
это хаотичное паркование. То есть сегодня у нас транспорт паркуется, где мне удобно. Это касается и мест притяжения, это касается и хранения транспорта, это касается и во дворах. Я думаю, что каждый столкнулся, когда, если человеку хочется, житель уже этого же дома, он может запарковать машину, ну, чуть ли не в подъезде. То есть и вот создание именно правил парковки и во дворах, и на уличной дорожной сети, она позволит уже регламентировать в дальнейшем, в том числе и платные парковки. Никогда у нас никто не будет парковать машину на платном парковке, если он понимает, что в 10-15 метрах или тут же я могу запарковать ее бесплатно. И никакого ни наказания, ни ответственности он за это нести не будет. Вот. И далее, если мы говорим о хранении личного транспорта, любой расчет покажет, что никогда никакой город, ни Киров, ни Москва, ни Казань в этом отношении, они не справятся с объемом транспорта, который существует на уличной дорожной сети. Вот как коллеги из Казани говорили. Да, и надо понимать, что дороги строятся не для того, чтобы мы хранили и парковали автомобили. Дороги строятся для того, чтобы мы могли на них двигаться. Если говорить, допустим, то, что у нас социальный опрос, то, что вы говорите, я не говорю, что там правильно, неправильно, просто мы можем посмотреть, ну, простая статистика такая же, интернетная. Население Кировской области 1 283 000, город Киров 507 000. Если говорить о машинах, 135 000, это на первое число было зарегистрировано легковых транспортных средств. То есть соотношение пешеходов и собственников транспортных средств, оно видно. То есть десятая часть. Наверное, нам надо все-таки идти путем развития тех же самых велосипедных дорожек, то есть альтернативного транспорта. И если мы где-то чего-то лишаем людей, да, мы должны чем-то это компенсировать. Компенсировать удобным пользованием общественным транспортом прежде всего. Компенсировать возможностью передвигаться по нашим тротуарам. То есть нельзя одного лишить, не добавив чего-то другого. То есть именно комплекс, какой-то баланс должен соблюдаться. Тогда я уверен, что и жители города это воспримут более позитивно, и, ну, скажем так, не будет острого отторжения, что опять вводится плата, непонятно за что, а люди будут понимать, здесь у нас получился порядок, но здесь за это пришлось заплатить. А у меня вот вопрос, как раз вот тот камень преткновения, который вы упомянули, что если зачем человеку платить за платную парковку, если рядом есть бесплатная? То есть вот этот момент, как он будет решаться? Есть варианты вообще его решения? Ну, вот это как раз вопрос об упорядочении парковки, да, введении и о том, правил определенных. Готовы вы люди, да, к этим новым правилам? Любую улицу, вот давайте возьмем любую улицу города. Центр, неважно. Октябрьский проспект. Ведь, посмотрите, сегодня паркуются автомобили в нарушении всех правил дорожного движения. То есть есть элементарные вещи. Не паркуйтесь у пешеходных переходов, не паркуйтесь у светофоров. Не паркуйтесь у въездов и выездов. Вы создаете этим помеху движения. То есть как только мы начнем соблюдать эти правила и создадим условия для того, чтобы люди соблюдали, несли за это, ответственность за эти правила, то, естественно, возникнет дефицит парковочных мест, которые сегодня в нарушении правил используются. Естественно, возникнет рынок. Вот этот рынок, он будет уже, ну, послужит продажей. Далее, естественно, получится, что естественным путем какое-то количество людей будет меньше пользоваться своим транспортом и пересаживаться на общественный транспорт, либо более кратко появляться там, я не знаю, в центре города. То есть оборачиваемость мест возникнет. Это не будет являться источником пополнения, оно будет попадать в бюджет, но цель должна быть немножко другая, наведение порядка на улице города. А этот порядок, он будет наводиться, то есть вы планируете сотрудничать больше с ГИБДД, кто за этим будет следить, чтобы люди, вот они сейчас ведь так паркуются, кто будет следить за тем, чтобы они так не парковались? Где вот эти, ты имеешь в виду, красивые девушки в форме, которые ляпают на лобовое стекло штраф, да? Ты про это говоришь? Как, ну, в американских фильмах? Ну, ролики. Возможно, я не знаю, штрафами или чем. Ну, то есть это вопрос открытый. Я с уважением отношусь к сознательным жителям не только города Кирова, но и других субъектов, но все равно у нас сознательность появляется, когда мы получаем штраф. То есть на своей практике могу сказать, что 10 лет назад в Москве носились 100 км в час. Это была средняя скорость передвижения по кольцевым магистралям. Сегодня спокойно 60-80 км. Произошло простое.
именно люди начали получать довольно-таки жесткий штраф. То же самое вполне необходимо делать и здесь. В принципе, комплекс мероприятий, он сейчас разрабатывается и будет внедряться. То есть люди должны понимать, нельзя парковаться у пешеходного перехода, потому что тем самым вы создаете аварийно-опасный участок. Если вы запарковались, будьте добры, понесите за это ответственность. После того, как один-два раза человек запаркуется и понесет за это ответственность, у него просто не будет желания повторять. Ну, это, кстати, хороший опыт. Вот стоп-линии здесь, вот Октябрьский проспект, Московская. Если раньше все выезжали на середину перекрестка и замечательно там коротали время в ожидании зеленого света, то сейчас такого нет. Хотя изначально тоже говорили, штрафы не помогут, помогли. Стоп-линии плюс видеонаблюдение. Да. Прервемся на полторы минуты. У нас реклама. Я бы хотела, чтобы наши гости, Павел и Андрей, прокомментировали слова Сергея прокомментировали слова Альберта Гутнова. Урбан. Программа о городских проектах. Городское парковочное пространство Кирова. Что есть, что будет и чего мы хотим. Здесь у нас в студии Павел Шахаляев, учредитель группы компании «Новый дом», Андрей Березин, член общественной палаты Кировской области, учредитель компании «Система Глобус», Альберт Гутнов, директор дирекции дорожного хозяйства города Кирова. Ну и я прошу, коллеги, сейчас вас, Павел и Андрей, прокомментировать слова нашего директора дирекции дорожного хозяйства Альберта Валентиновича. Светлана, ну вот у меня, наверное, не столько комментарий, сколько вопрос. Угу. Ведь любая система — это всегда кнут и пряник. Да? Мы сейчас поговорили про кнут. То есть будут штрафы, будет больше контроля. А что взамен получат жители города Кирова, автолюбители? Вот это очень важный момент. Какие действия со стороны там, администрации города будут направлены на то, чтобы там, парковаться в городе было бы удобней, чтобы было бы более свободные улицы, может быть, они станут шире, может быть, появятся какие-то новые площадки. То есть, окей, вы с меня берете деньги, но, пожалуйста, покажите мне этот общественный транспорт, на который я должен пересесть, удобный, да? Да, возможно, правила застройки каким-то образом изменятся. Может быть, более жестко будут требовать выполнения этих правил, что не всегда у нас, к сожалению, сейчас происходит. Мы к этому перейдем обязательно, да, во втором часе. Вот это вот у меня первый вопрос, и второй вопрос у меня. У нас скоро зима. И каждый раз это большая проблема. И в прошлом году вот Илья Вячеславович Шульгин, по-моему, озвучил, что будет создана определенная служба городская, где будут там определенные эвакуаторы, которые будут готовить тем сложные участки, то есть убирать оттуда неправильно припаркованные машины, для того, чтобы чистить город было качественно. Потому что у нас проблема иногда бывает не потому, что не хотят почистить, потому что почистить невозможно. Мне кажется, это прям не иногда. Потому что на ключевых улицах, там улица Ленина, например, там выезд к Старому мосту, это самый, наверное, проблемный участок такой вот центральной части. Там просто стоят машины, они могут стоять там всю зиму, и почистить практически невозможно. Поэтому чистят. А вы это знаете не понаслышке, у вас там магазин, из магазинов. Я и живу в этом районе, мне это, я вижу это каждый день. И ты не можешь почистить, по большому счету, дорогу, ты чистишь ее в обход этих машин, и дороги постоянно сужаются. Они сужаются, о какой парковке вообще может быть идти речь, там проехать невозможно становится. Ну, вот, раз есть, скажем, два вопроса, то тогда вопроса. Предоставим возможность сразу Альберту Валентиновичу ответить на них. Значит, давайте мы определимся. Мы сейчас не говорим о платной парковке. Мы говорим об просто соблюдении участниками дорожного движения, правил дорожного движения, и о том, что несоблюдающие участники, они должны нести за это ответственность. То есть это не одно и то же. Я не говорю о том, что давайте мы сейчас заваленную снегом улицу продадим пользователю. Абсолютно нет. Я говорю именно о том, что сегодня у нас нет, к сожалению, порядка остановки и парковки на уличной дорожной сети. То есть давайте мы его введем. В принципе, все предпосылки для этого есть, и дирекция дорожного хозяйства, и в администрации этот вопрос прорабатывается. И я думаю, что в ближайшее время он начнет работать. Это средство контроля. Это именно средство контроля. И, как вы говорите, кнут и пряник. То это есть... все с помощью видеоконтроля будет? Да, это основное, что касается видеоконтроля. Это вот первая часть. Да? Теперь вернемся ко второй части. То есть качество уборки города зимой. Вы это затронули. Естественно, опять-таки вернусь к вашим словам, нельзя сравнивать там другие субъекты и наш субъект. Любое имущество, а город надо рассматривать именно как имущество, оно требует содержания. Содержание — это всегда затратная часть и финансовая часть. И ну, могу сказать, что сегодня близко содержание соответствует именно тем средствам, которые имеются у города на его содержание. Вот конкретно был вопрос по поводу создания муниципальной службы эвакуаторов. Создание муниципальной службы эвакуаторов, оно
планируется, оно будет. Есть несколько правовых вопросов, потому что муниципальная служба, она может быть создана как участник общего рынка эвакуаторов. Вы знаете, что, если мне память не изменяет, по-моему, 7 компаний зарегистрировано, которые занимаются эвакуацией. Более того, город тратит достаточно много средств на эвакуацию транспорта, особенно при уборке зимой и при уборке, не при уборке, а при ремонте улиц сегодня, потому что я думаю, что все жители, которые слышат, знают, что ведется ремонт улиц, людям расклеиваются баннеры. В средствах массовой информации говорится, что улица будет в ремонте, но все равно у нас народ пытается, не пытается, а просто оставляет свои машины. Приходится их эвакуировать. Далее происходит вообще коллизии, когда народ берет и подает в суд за то, что вы нас переместили и повредили автомобиль. Ну, то есть есть некоторые такие сложности. Но в любом случае эта работа будет доведена, она ведется, и у нас будет муниципальная служба по парковке, которая будет выставлять именно людям, нарушившим, и транспорт, чей переместили, ну, скажем так, ту услугу, которую они сами запросили. К зиме будет создана эта служба? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что мы успеем создать. Ну, я всегда аккуратно берусь, посмотрим. Но то, что у нас будут средства контроля, и то, что тоже будет существенным кнутом, то, что у нас будут средства контроля остановки и стоянки на уличной дорожной сети, это будет у нас. Альберт Валентинович, еще раз уточню, средства контроля, говорит ли, значит ли это, что будет увеличено количество вот камер наблюдения, которые передают как раз сведения о нарушениях, и благодаря которым выписываются штрафы? Ну, это самое простое, вот как у других субъектов пошли, это система ParkOn. То есть проезд по территории. И у нас сегодня достаточно уже на улице дорожной сети знаков, которые показывают, где можно парковаться, где нельзя, но, к сожалению, не соблюдается. Мы стараемся взаимодействовать с ГИБДД, но количество транспорта, который на сети, и количество, скажем так, сотрудников ГИБДД, они несопоставимы. Это да, Павел Шахалиев. Да, я с Альбертом Валентиновичем в этом плане согласен. То есть основная задача — это все-таки заставить людей соблюдать те правила именно парковки, которые вдоль автомобильных магистралей у нас сейчас даже на текущий момент введены по отдельным направлениям. Это единственный вариант, это создание в любом случае эвакуационной службы. То есть каждый человек должен понимать свою ответственность за то, что он оставил автомобиль в неположенном месте. Сейчас у него ситуация какая? Он не особо человек боится штрафа, потому что если ему там из 5 раз, сколько он оставил в неположенном месте, дай бог, он пришел один раз, это ничего страшного для него. А когда машина вот уже с гарантией отправится на эвакуаторе, это уже другая проблема. И поэтому мы, я думаю, и в Казани, и в иных городах, в Москве, мы ведь понимаем, когда паркуем машину правильно, не под знак, мы боимся именно того, что приедет эвакуатор и заберет ее. То есть это основной момент, который завязан на том, чтобы все должны понимать ответственность и что произойдет, если человек оставит автомобиль там, где он стоять не должен. Я приведу пример просто вот в Казани, когда, я не помню, что это было, День России, День города, что-то такое было, празднество в этом году огромное, и там вот у Кремля рок-концерты, музыканты, огромное количество людей, и красиво так эвакуатор вот таким навесом, как вы знаете, вот в автоматах в магазинах, когда игрушки вытаскивают, он так раз машинки, хоп, поднимает и ставит. И следующий пошел, раз ее из ряда там вытащил и поставил. И неважно, что праздник, соблюдая правила. Вот такая история. Ну, я также в Москве видел вообще очередь из эвакуаторов, которая эвакуировала там за 10 минут порядка 10 машин, то есть из одного места. То есть это процесс, который нужно в любом случае продолжать, потому что иного пути, как бороться с тем, чтобы наш автомобильный поток двигался, я не вижу лично. То есть, соответственно, задача в любом случае одна, чтобы избавиться от тех пробок, которые мы сейчас имеем. То есть город год от года, если даже вспомнить там 10 лет назад ситуацию в городе, то есть машин было меньше, все-таки как-то двигалось, то сейчас, если зимой, это вообще коллапс. Поэтому, как бы, я считаю, что тут ДДХ правильно
Да. Эти мысли развивают. 3 минуты у нас остается. Я еще хочу задать вопрос Альберту Гуднову по поводу все-таки той программы, которая разрабатывается. Но прежде я спрошу у вас, Павел и Андрей, вы готовы сами передвигаться на общественном транспорте, стать вот такими лидерами, пересесть, хотя бы в центре города передвигаться? Вы оба бизнесмены, очень занятые люди, и машины, небось, у вас представительского какого-нибудь класса, может быть, даже с шоферами. Готовы пересесть на общественный транспорт? Ну, я вообще, честно говоря, считаю, что надо ходить пешком. То есть так, это... с Павлом все ясно. Готов ходить пешком, Андрей? Нет, безусловно, не готов, потому что достаточно большой ритм работы, это просто остановит мою деятельность, там, как предпринимателя. Тогда, Альберт Валентинович, все-таки, поскольку нам придется вас отпустить, да, во втором часе мы будем обсуждать уже очень тоже важные вопросы: торговые центры, дома, дворовые территории, правила застройки. Но тем не менее, раз уж мы сказали, что разрабатывается новое правило, вообще дорожная сеть вся перерабатывается в городе Кирове, стоят ли какие-то сроки, понятны ли ресурсы, которыми разрабатывают, какие-то, может быть, привлечены эксперты по вот этим изменениям? Когда мы нам их ожидать? Что касается изменений, у нас город, он участвует в программе уже не приоритетной, а, по-моему, она называется «Национальная программа безопасной качественной дороги». И в рамках этой программы в том числе есть необходимость разработать городу именно комплексный проект безопасности и развития сети. Это уже федерал ставит такую задачу. Да, у нас на эту тему есть уже некоторые действия, то есть у нас произошла закупка, ну, торговая процедура, и, скажем так, я не помню, сейчас не могу сказать срок окончания контракта, но, по-моему, в этом году, то есть у нас уже будет некий проект, по которому можно будет в том числе учитывать и рекомендованные места парковки, рекомендованные места развития сети. То есть то, что, в принципе, делается профессионально, не с точки зрения, там, допустим, моей как руководителя, а с точки зрения тех специалистов, которые этим профессионально занимаются. Плюс будут рекомендации по переработке самой сети. То есть, ну, допустим, я не думаю, не всех устраивает, что у нас в том числе на центральных улицах постоянно есть левые повороты. Нужно, не нужно, то есть это уже должны определить специалисты, которые посмотрят не в разрезе там отдельной улицы или района, а в разрезе вообще всего пассажиропотока и всего движения автомобилей. Поэтому, ну, в ближайшее время увидим. Это светофоры, это знаки, это улицы с односторонним движением, это новые автобусы, которые к нам поступают уже в сентябре месяце, МАЗы. Насколько мы знаем, здесь Илья Вячеславович Шульгин об этом говорил. Это действительно правила парковки, ужесточение не то чтобы наказания, а, наверное, требования их исполнения благодаря системам электронным слежения. Это все туда будет входить. И мы сейчас не говорим о платных парковках, пока не упорядочим всю эту работу, да, насколько мы понимаем. Еще одно по поводу, немножко резюмирую, по поводу службы эвакуации. Меня зацепило, Альберт Валентинович, что вы сказали, что она должна выйти на рынок конкурентный, потому что у нас там есть уже представители, да? То есть это будет одна из служб? Одна из. Это требование законодательства. Это требование законодательства. И мы будем, конечно, следить за тем, как освещать вот, разработку этой новой системы, потому что, конечно, в первую очередь мы должны достучаться до сознания каждого горожанина, чтобы он ее воспринял логично и понимал, как ему жить в этих новых обстоятельствах и в программе «Урбан» и «Дневных разворотов». Во втором часе «Урбана» мы поговорим об организации дворовых территорий, о парковках у торговых центров. У торговых центров у нас есть запись компании «ПИК», московский застройщик, который расскажет о новых тенденциях, как это все в Москве они делают. Кстати говоря, на Москву мы уже сегодня ссылались, и мы вчера тоже беседовали с ведомством Лексутова, и они нам рассказывали, как они эту систему там реорганизовывали. С 11 года, 7 лет она разрабатывается, и в Казани то же самое, с 10 года они этим заботились, вот уже 8 лет, да. Мы сейчас только-только к этому подходим. Прерываемся на новости, тематические программы и рекламу, и благодарим за участие Альберта Гутного, директора ДДХ. Урбан. Программа о городских проектах.